1350 квадратных метров для развлечения, общения и игр. В Наташинском парке открылась новая детская площадка. На торжественном открытии побывал наш корреспондент. Сегодня мы пришли на это грандиозное открытие, и с удовольствием я ребенок на всех лазит аттракционах. Много новых современных построек для детей. Мне кажется, дети тоже все довольны. Открытие современной детской площадки в Наташинском парке – праздник для всего округа. Большая игровая зона, новое освещение и удобные лавочки – все это появилось благодаря программе губернатора «Формирование современной комфортной городской среды». Она замечательная. Я думаю, что она самая большая на сегодняшний день у нас на территории. Здесь много разных элементов игровых. Я думаю, что здесь будут получить удовольствие как и дети, так и взрослые. Я вам скажу по секрету, такая площадка стоит ни много ни мало, где-то более 25 миллионов рублей. Из них 20 миллионов было выделено по программе губернатора. Для детского досуга несколько видов качелей, спортивные снаряды, батут, канатная дорога и даже ручной экскаватор. Всего 25 игровых элементов. Площадка готова к встрече с юными посетителями всех возрастов. Важно отметить, что на площадке присутствуют элементы для детей с ограниченными возможностями. Это нужно знать, чтобы их родители приводили их сюда. Они здесь коммуницировали между собой и развивались всячески, не только физически, но и интеллектуально. Учились дружить и общаться, готовились к взрослой жизни. Начиная с 2013 года по программе губернатора построили более 1000 детских игровых площадок во дворах и парках всего Подмосковья. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.